меня увидел там, он за мной бегал. Я его, дядя Ахмед, он, кажется, спящую меня взял, вытащил. Кричу я, куда, это что такое? Он меня потом напугал. Если ты скажешь, что тебя насильно забирают, я тебя зарежу. Я должен сказать, я тебе живым не отпущу. Был такой разговор. Ей зажали рот, чтобы она не кричала. Она задохнулась. Они ее, значит, выбросили на кладбище и уехали. У нас в Дагестане такая традиция. Даже вот иной раз говорят, тот не мужчина, кто невесту не ворует. Если я сам вот себе выбираю женщину и похищаю ее, это очень сладкая, прекрасная жизнь бывает. Это как в цветущем рае живет. Чисто низменное желание, чисто физическая похоть овладеть ею. Многие этим тоже руководствуются. Просто крадут, делают свое грязное дело, потом как бы у девушки не остается выхода, она его. Меня своровали, мне тоже 13 лет было. Мою дочку украли тоже, 13 лет. Моментально он взял меня и бегом идет, и бросил машину. И ноги у меня вот так подняты и... бьет на стекло, а водитель меня вот так и держит. Это же насильственный грабеж, откровенно говоря. Только сегодня увидели ее, раз, накинулся на нее, увез, это безобразие. В силу вот нашего такого горячего нрава, я решился на это похищение. Аллах не накажет. Они ходят, но семья здесь нельзя. Невесты – это плохо, нехорошо, некрасиво. Взять и пахать, как тряпку.